тутер. Нерідко вставав у ступор, важливіше не сума, гумор. Зайвий все викинув зі своєї голови, ніби це хедшот, там шута. Зараз це то. Зараз це то, 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 то. Зараз це то. Вот. Такие дела. Я буду стараться все равно проводить прямые эфиры, потому что поговорить есть о чем. К такому странному формату я, наверное, привыкну. Потому что я все время просто читаю, тут сидит много человек, и вы пишете «Привет, привет, здравствуйте, привет, когда то, когда все». Очень много одинаковых вопросов, и я типа сижу, читаю, на это тратится время, и вы такие: «Чувак, что ты сидишь и молчишь?» Потому что я читаю ваши вопросы, вы пишете странные штучки. Это не триггерит на разговор. Что триггерит на разговор? Вот, например, я сидел 3 дня дома, а до этого я был не дома дня 2-3, а до этого я еще 2 недели дома сидел. Потому что, ну, короче, из-за болезней. Вот. Знаешь, ты начинаешь переживать, чтобы никого не заразить. Занимайся, ничего страшного. Пей, сделай себе кофе, ничего страшного. Боишься никого не заразить, ни родителей, там, ни друзей. Я, короче, 2 недели дома просидел, у меня были такие синяки под глазами от того, что, ну, а что дома делать там? Ну, книжку читаешь, или смотришь телефон, или смотришь в экран, там, в плойку, когда играешь. Ну, типа, в любом случае, это какой-то экран. Вот. И вообще уже начал плохо выглядеть. Ну, я, конечно, потом привел себя в порядок, пару дней поездил по делам, куда-то сходил, вот записался с Леней лайф и прочее. Ну, сейчас опять, не знаю, какой-то был подъем, а сейчас я провалился, 3 дня просидел дома в совершенном каком-то упадке. Вообще не было настроения, сил. Не знаю, какая-то просто депрессия иногда нападает, причем... Все так меняется. Иногда я каждый день пишу новую песню, даже и не одну. Какие-то новые биты, какие-то идеи я записываю себе в заметки, кучу там идей для всяких клипов и прочего. У меня есть настроение в любую соцсеть что-то запилить, а потом просто как будто мне кувалдой кто-то в грудь ударяет, и я ничего не могу делать. Вот сейчас вот. Биполяр очка. Не знаю, вот я 3 дня последние ничего не мог, сложно было, типа. Так. Ну так чаще всего случается, когда, типа, нет никого. Вот еще вчера вечером, вчера это было? Наталья к Свере приходили? Позавчера. Позавчера? Ну, я даже не замечаю, как дни проходят. Позавчера Флиппер приходил с Верой и... Посидели, пообщались, прикольно попили там пивка, повеселились, порубились стейкин. Вот сколько они тут просидели? 3-4 часа они посидели, наверное. Вот весело было, а все остальное время опять упадок какой-то, типа. Вот когда со мной есть люди рядом, когда друзья рядом, там, типа, там, да, я, короче, не. У меня есть, короче, какой-то подъем, я и... В общем, я на волне, когда никого нет, я как будто, знаешь, робота вырубаешь. Блин, вот вы все почему-то... Я знаю почему, конечно. Я не хочу бросать музыку. Вы все спрашиваете, хочу ли я бросить музыку все еще. Я ее и не хотел никогда бросать. Ребят, я сделаю все, чтобы ее не бросать. Я очень сильно сделаю все, чтобы ее не бросать. Вы еще все увидите. А вот если мне придется ее бросить, то это, конечно, будет печально. Но я этого не допущу. Я же знаю, что вы тоже этого не хотите. Мы вместе. Сейчас мы с вами. Небольшая такая, многотысячная семья из разных концов мира.
Наскоро мы станем очень большими. Очень-очень большими. Скоро мы будем с вами одной темой для разговора. Общей для всех людей. Так, что чтобы это было что-то положительное. Потому что очень много тем для разговора, ну, таких как какие-то медийные личности и кумиры, которые есть на слуху, которых обсуждают, но это несет какой-то, ну, негативный окрас, их обсуждают, потому что чем-то, ну, какая-то травля, там что-то сделал не то. Короче, вот в каком-то негативном окрасе обсуждения. Я хочу, чтобы темы для обсуждения были такие, типа, что это классно, это нравится, это приятно, это хорошо. Немножко позитива внести. Добра. А для этого нужно очень мне постараться, поработать. Стать очень известным. Я знаю, что вы мне поможете. Вот. Еще у меня вопрос. Как вот у вас получается вообще дома что-то делать? Вот дома просто что-то делать. И у меня вообще не получается. Дома я могу только спать, кушать, что-нибудь смотреть и во что-нибудь играть. Вот буквально, чтобы что-то сделать, не какое-то дело, я вообще не могу дома делать. Вот я просто на улице выхожу во двор, на лавку сяду, и то я уже много чего могу сделать. Вот поехать на студию, там все могу делать. Дома вообще ничего не могу делать. Типа, это же дом. Он же меня такой обнимает и говорит, расслабься, все хорошо, не надо ничего делать. Как с этим справиться? Я хочу делать в 100 раз больше, чем я могу. Альбом «Моя преступность». Большинство треков я записал дома, но это вот не на предыдущей даже квартире, а на позапредыдущей квартире. Как раз перед отъездом, перед переездом, вот я большинство треков записал дома. Но у меня был какой-то порыв очень-очень сильный. И я в течение 1 месяца дописал и записал несколько треков с альбомом. Несмотря вообще ни на что, конечно, соседи вообще были в шоке, там звонили, жаловались, стучали в батареи, просто я им жить не давал, но я записывался. Вот. Но я говорю, это прям был огромный эмоциональный такой прям подъем у меня. Сейчас я опять не могу. У меня есть микрофон и все на свете, я начинаю записываться, опять соседи что-то жалуются, и я такой, ну ладно, я не буду вам мешать. Конечно, они меня уже начинают злить, и если так продолжится, то я скоро их жизнь превращу во что-то ужасное. Но это уже отдельная тема. Да нет. Альбом Лизера я не слушал. И вообще, я слушаю мало новой музыки. Потому что я очень много времени трачу на то, чтобы писать свою музыку. Вы себе даже не представляете. Неимоверно сложно найти. Я же сам не умею писать биты, аранжировку. И приходится искать. И очень сложно найти подходящий бит, аранжировку, как хотите называйте. Вот во всем разнообразии, в огромном разнообразии очень сложно найти что-то подходящее, и когда ты находишь, у меня уже скапливается библиотека реально стоящих работ, и на них нужно что-то писать, и ты все это перепишешь текста, потом ты это все записываешь, переписываешь, делаешь правки, кучу всего надо сводить, это же куча работы. Ну да, кто-то выпустил новый альбом,
Да, кто-то выпустил новую песню. У меня тупо даже моральных сил нет это все послушать. Да и как-то, как будто нет необходимости, потому что за уже прожитую мной вот жизнь у меня скопилось неимоверное количество музыки, которую я люблю, которая просто, ну вот, она, эта музыка, которую я люблю. Я, кстати, делал на Spotify плейлист специально для вас, и там вот небольшая часть этой музыки. Ну, типа, эта музыка охренительная. Я ее вот когда-то полюбил, и она прошла проверку временем, и она, типа, для меня будет всегда охренительной. И у меня нет необходимости искать что-то новое. А потребность все равно, даже когда появляется что-то новое, послушать. Вот. У меня есть чат с пацанами, с Аней, с Виталиком, с Кейком. И пацаны тоже пишут все время музыку. И каждый раз они закидывают свои новые демки. И с учетом того, что... Ну и плюс у меня еще есть коннект с другими музыкантами, с пацанами, с которыми я общаюсь, дружу. И они тоже пишут музыку. И все в телегу, все вот так вот присылают и слушают демки, уже сведенки не вышедшие. Это тоже очень много новой музыки, нового звучания. Я все это слушаю. И мне это нравится. И когда, ну, да, что-то вышло у кого-то там, типа, у меня уже нет необходимости и потребности бежать, искать, что там будет модным сейчас. Потому что когда я был на самом старте, мне было любопытно, что такое музыка вообще, типа, вот, ну, nowadays music, типа, на тот период, какая она была на тот период. Я интересовался. Было прикольно. И я учился тоже ее делать, мне было это интересно. Мне было интересно, какую я ее буду делать. Вот. А сейчас я умею. У меня сложившийся взгляд на создание музыки и прочее. И для меня теперь музыка — это, ну, только удовольствие. Нет какого-то любопытства, типа, а что за новые фишки? Типа, если я услышу новую фишку, мне будет совершенно радостно и приятно, но, блин, у меня нет больше охоты. Мне интересно придумать новую фишку, что-то самому создать. А со стороны зрителей мне нравится получать какое-то удовольствие. А такой музыки у меня реально огромнейшая библиотека. Поэтому нет, я не слушал альбом Лизера. Я не послушал еще толком альбом Локи Мина. Я еще не послушал последние несколько песен ЛСП, хоть я его очень люблю. Много очень музыки не послушал. Да и я даже не уверен, что я ее послушаю. И это еще очень связано с тем, что я сижу дома. Вот большинство музыки, кстати, я вот недавно об этом подумал. Вот у меня в 9 классе, когда я учился, появился телефон, с которого можно было, ну, на который можно было загружать музыку и слушать. До этого у меня вообще телефона не было. А, в 8 классе еще был телефон, такой чисто, с полифонией. Ну, типа, туда ничего не втыкалось, никакие флешки, никакой памяти. Вот. И с 9 класса, как только у меня появился телефон, на который можно было загружать музыку, я вот с того момента, как у меня появились первые наушники для этого телефона, я вообще никогда, ну, это, получается, 9 класс, это где-то 15-16 лет, сейчас мне 26. Я вот, получается, 10 лет просто никогда не выходил из дома не в наушниках. Я еще помню, в школе мне почему-то казалось, что прикольно, я всегда, ну, телефон клал, типа, в карман, а наушники, вот эти капельки, продевал. Ну, не просто вот так вот одевал, вот они у меня болтались, а всегда под футболкой, и у меня вот так вот они с воротника вот так вот висели наушники. Вот. И у меня этим летом был такой прикол. Я шел до студии, у меня, ну, на студии остались мои наушники, и я шел пешком, ну, реально за огромный промежуток времени, первый раз, без наушников. Просто иду и слушаю звуки на улице. Ну, понятное дело, когда там с друзьями еще ходишь, там тоже ты не музыку слушаешь, а с друзьями общаешься. Но ты все равно общаешься, у тебя какое-то, ну, внимание, оно на что-то направлено. А тут я просто шел один по улице и не слушал музыку в наушниках. И я такой, блин, ну, так-то тоже прикольно. Но
вот когда у меня появился телефон с музыкой, я вот просто не выходил никогда. Я помню, я в институте учился, когда я даже вот к первой паре мне надо было ехать, я в 4:30 утра просыпался, собирался, чтобы поехать, по-моему, в 6 утра у меня электричка. И я выходил из дома, вот так вот шел, уже там, знаешь, бежишь, опаздываешь. И на полпути такой, блин, надо наушники. Обнаруживал, что там вдруг я забыл наушники. Я просто разворачивался, шел домой и ложился спать, потому что я понимал, что, ну, на электричку я уже опоздал, на учебу я опоздал, а ехать уже нет никакой мотивации, и все. И просто получалось из-за того, что я не взял с собой наушники, я не ехал на учебу. Понятно. Да, а ты там не подпёздывай. Ты что, офигел? А мне-то говорил, что проспал. Я тебе говорю, не подпёздывай там. Вечно влезает. Такие вот дела. Поэтому в последнее время я очень мало новой музыки слушаю. Вот, например, Майкл Кивануку, вот альбом, ну, он в прошлом году аж выходил, но это просто вот в пример привожу. Когда я вышел альбом, я его послушал, и этот альбом мне очень понравился. Я его до сих пор гоняю. Я его тебе буду типа слушать вообще всегда, потому что это охренительный альбом. Но таких альбомов очень мало. Очень много альбомов выходило, я их слушал, они мне нравились, но это такое, проходное все было. Да, привет, всем привет. Короче, любого человека, кто еще спросит, где Флиппер Флойд, я буду кидать в бан. В черный список. Все, хватит. Скарлорда не слушаю. Слышал, наверное, трека 2 всего. Блин, а сколько время? Ты тоже можешь мне сказать, я просто через сколько санитрек выходит? Там написали, что слили. Слили? Ну кто-то в чате написал. Вот псы. Вот псы. Чисто черти. Ну, у меня есть информация, что люди сливают треки по одной причине. Есть одна только причина. И вот только по этой причине люди сливают чужие треки. Потому что каждую ночь, когда они спят, их кто-то насилует. И вот они ничего с этим не могут сделать. И поэтому сливают чужие треки. Да блин, хватит просить фит с Фладом. У меня типа охренительные песни и без него. И с ним песен уже очень много. Не менее охренительных. А вот кто-то пишет, что это не то. Что это просто нарезали сниппеты и там что-то не то, короче. Ну я не знаю, я
А в каком чате? Вот, который у тебя. А. Новый мерч по-любому будет. По-любому. У нас же типа есть сайт и прочее, даже есть какие-то подвязки на производстве. Просто сейчас пока не хочу. Хочу дождаться какого-нибудь типа переходного момента. Какой-нибудь песни, которая очень хорошо зайдет. Типа. Сейчас все так плавно идет. Нет смысла для таких движений. Ну вот и все. Напиточки кончились. Да не, не хочу. Да я же говорил, ремикс на ветви выйдет в ночь с 19 на 20 число. Это уже совершенно через 2-3 дня где-то вот так вот. Я уже не помню, какое сегодня число. Скоро выйдет такой вот ремикс. Мне очень нравится. Я надеюсь, и вам. Да, конечно, было бы классно, если бы был тур по Украине. Было бы классно, если бы был тур хоть по всему миру. Но есть понятные причины. И непонятные тоже. По которым сейчас это невозможно. Всему свое время. Привет из Елабуги. Привет, Елабуга. Где это, кстати, интересно? Вы что, теперь будете все писать? Привет, Карелия, привет, Беларусь, привет, Татарстан, всем привет. Привет, Ярославль, привет, Чувашия. Всем общий салам. Литва, привет. Мой любимый фит с участниками Глэма. Ну, наверное, это идеальная прическа и Йололенд. Офигенно просто. И на самом деле... Угу. Да, нет такого трека, который, типа, мне не нравится. Все охренительные просто. Мне причем очень жалко, что я типа не успел и не смог залететь на трек «Той бой», потому что это вообще просто мяснейшее мясо. Вообще суперский трек.
Вообще, мне кажется, что трек «Идеальная прическа» очень сильно недооценен. Какой любимый трек из «Принцип суперпозиции»? Да вы прикалываетесь, это вообще незаконный вопрос. Это вообще незаконный вопрос. Типа там каждый трек — это просто золото высшей пробы. Ну, прям каждый. Там я про любой из этих треков готов разговаривать очень много. Это просто суперская тема. Это что-то прям такое. Это один из самых лучших рэп-альбомов на русском языке. Одна из самых недооцененных работ. Ну, блин, о нем не очень-то мало кто знает, там достаточно много прослушиваний. Это же у меня пока нет, типа, всяких платиновых пластинок сольных, но на «Принцип суперпозиции» уже есть платина, это, типа, пока что моя единственная такая штучка. Много прослушиваний, на самом деле, там. Тем более за шей с этой эпишки. Есть ли у меня треки, где чисто фристайл? Ну, блин, фристайл — это такое, типа, понятие у каждого. Оно почему-то, я не знаю, как так сложилось, но у каждого, типа, свое понимание этого слова. Как, типа, принято писать песни, ну, в моем, например, понимании, да, что ты... Кто-то, конечно, текст пишет, потом аранжировку себе делает. Я таких уникумов и не встречал, и, в принципе, не очень себе представляю, как такое делать. Ну, вернее, представляю, но мне так просто максимально комфортно. Я всегда ищу бит, вот, и как я всегда практически раньше делал, типа, ищешь бит, все, он тебе очень понравился, и ты втыкаешь наушники и сидишь в заметках, пишешь текст. Вот. Но последние года два точно я очень жестко миксую такой способ написания с тем, что я просто открываю секвенсор, ну, Cubase, ставлю перед собой микрофон и включаю бит, который я там, условно, второй-третий раз слушаю. То есть я уже понял, что я на него буду писать. Я его загружаю в секвенсор и пишу. И, ну как? Например, трек «За шей», я уже, по-моему, где-то говорил, я вот куплет на него минут за 10, типа, придумал. Ну, разве это не фристайл? Потом «Под стук колес» трек. Мне скинули бит, мне он очень понравился. Вот, я дошел до KFC, взял себе 0,5 пива, а это была теплая летняя погодка. Я вот выпил 0,5 пива, и пока я их выпил, ну сколько там, тоже, ну 10-15 прошло, я написал всю песню. Но это опять же, я все еще писал эти текста в заметке. И записал. Но это все равно похоже на фристайл. Или же, когда я писал «Барную милю», например, у меня был день, когда я с такого прям сильного похмелья приехал на студию, и в этот день я записал 4 трека. То есть я прям вообще, ну, мне закинули биты, Mertflix, там, Sliding Moon и Lagoon. Я вот их биты все послушал и записал 4 трека за часа 2-3, наверное. То есть я просто загружал
биты, слушал. Да, этот нравится. И я вообще заметки даже не открывал. Просто у меня был секвенсор, микрофон, я включал, записывал все вот так вот. У меня скапливалось текст, я потом какие-то теки местами менял, что, где лучше, что звучит. И так вот на фристайле 4 трека за раз, типа. И 3 из них попало на альбом «Барни и Милли». Так что... Сейчас интересно вспомню. Ненавижу трек точно фристайловый. Что еще? Не знаю. Ну так сложно вспомнить, потому что у меня немало уже треков. Почему мы не залили на площадке альбом «August Underground»? Залили. Он есть на площадках. Хотя я вообще-то не в восторге от этой идеи, но он там есть. Вот чувак пишет. Трек «Флады» слили, кому надо, ВЛС. ВП, бой. Вот. Я не могу, если могу, забаню. Ну, во время трансляции нельзя забанить. Но он плохой человек, ты мне не нравишься. Все, кто как-то поддерживают сливы, распространяют и прочее, вы мне все не нравитесь. Вообще все. Кто так поступает. Я не буду ничего делать с прической больше. Мне нравится моя прическа. Мне нравится. Вообще, как вы могли заметить, мне вообще, типа, всегда было, все равно, как я выгляжу. Типа, я уверен, что тут среди вас есть хотя бы 1-2 человека, прям, кто... Алды, прям с самого сабата. И вы знаете, что я совершенно огромное количество разных вариаций меня был. Я и лысый ходил, и с длинными волосами, и с такой секой стрижкой, и там с бородой, без бороды. Просто совершенно огромное количество разных образов у меня было. И просто так я делал по приколу. Мне вообще все равно. Но вот, например, как последнее лето я выглядел, с такими длинными волосами, я отращивал волосы, у меня была идея сделать одну прическу, но для этого нужны были длинные волосы, и они отросли, и я понял, что такая прическа не произойдет у меня на голове, вот, и я постригся, и сейчас я смотрю на себя вот этим летом, это, конечно, вообще что-то с чем-то, а так, все, аккуратно, четенько, как бы, заморачиваться не надо, там, ничего себе расчесывать и укладывать. Я вообще ненавижу это все. Там, типа, проснулся, все, в зеркало посмотрел, нормас. Можно идти по делам. Отличная прическа. Опять про слив что-то пишут. Все игнорируйте все сливы на свете вообще. Все, кто сливает музыку, черт. Вот Димончик 228 послушал слив. Дизреспект тебе. Новое видео на канале скоро будет. Сейчас, получается, у меня выйдут ветви, будет дроп. Наверное, после ветвей, где-то через недельку, я, скорее всего, дропну какой-нибудь видосик. Тоже, может быть, песенку какую-нибудь напишу вместе с вами. Типа, посмотрим, я что-нибудь придумаю. Может быть, что-нибудь другое. Может быть, попозже. Посмотрим. Я занимаюсь этим.
По совместку. Не надо мне предлагать совместку. У меня ужасное огромное количество сольных песен, проектов и работы. Огромное количество. И даже если бы я захотел, у меня есть, типа, чуваки, с которыми я сам очень сильно хочу фитонуть, и я просто, ну, не делаю этого, потому что я занят там другими работами. У меня даже есть пара ребят, которым я сам написал. Говорю, давай сделаем, типа, совместную песню. И в итоге не делаю с ними совместную песню, потому что я занят другими делами. А вы, ну, я вас не знаю. У меня просто... Какая у меня мотивация делать с вами совместные песни? Биты мне, ваши, скорее всего, тоже больше, по большей части, не нужны. У меня уже есть очень много людей, с кем я работаю. А если мне понадобится, то я, как и до этого, сделаю клич сюда, и вы узнаете, что мне нужны биты. Я говорил на канале по студиям, что хотел бы сделать песню про Новый год. Да, говорил. Да, хотел бы. Возможно, я ее сделаю к этому Новому году. Посмотрим. Я все помню. Может быть, я даже типа это сделаю вместе, ну, в сопровождении с видеоматериалом. Типа сначала выложу на YouTube что-то, потом уже трек. Есть такие мысли. Как я отношусь к каверам на свои песни? Ну, отлично, если это хороший кавер, если вы постарались и сделали кайфово, то я отлично к этому отношусь. Мне приятно. Да вы тупые, что ли? Зачем вы спрашиваете, где флиппер? Это же не страничка флиппера. Зачем вы спрашиваете, где флиппер? Господи. Вы меня поражаете иногда. Всем привет. Да, у меня нет любимого персонажа из Джо-Джо. Я посмотрел его в прошлом году еще. Я уже почти ничего не помню. Но помню, про что были отдельные сезоны, главы. Какие-то приколюхи и мемы и прочее, но так... Мой любимый фильм? Это очень такой вопрос, на который ответ, скорее всего, у всех людей меняется со временем. Я вот до последнего времени часто говорил, что мой любимый фильм «Ограды», но это точно нет. То есть мне очень нравится этот фильм, но, наверное, все-таки, как было до «Оград», и, скорее всего, сейчас это вернулось, мой любимый фильм, наверное, все-таки это... «Брюс Всемогущий». Очень, очень люблю этот фильм. Вообще, я очень люблю Джима Керри. Очень люблю Джима Керри. Вот фильмы, в которых он снимается, совершенно просто это что-то супер крутое. То есть я пересматривал все, где он снимается. Вряд ли я еще, ну, на данный момент посмотрел именно все, где он снимался.
Но я занимался этим, я сидел и смотрел. Вот он снимался еще тут, я буду смотреть. Он сериал свой выпустил, «Шучу» называется, вообще охренительный. Я обожаю Джима Керри. Нет, Соника я не смотрел с Джимом Керри. Вот еще кто-то написал, это Галустян. Тоже идет нахуй. Напишите, через сколько Санин трек выйдет. Я сижу, жду, я трансляцию провожу, потому что мне нужно скоротать время. Я этот трек уже наизусть знаю, но мне очень хочется, чтобы он вышел в интернет, чтобы его все слушали, потому что я очень люблю эту песню. Через сколько он выйдет? Напишите мне. У меня на телефоне тут время не написано, потому что я с вами эфир веду. Двадцать два тридцать шесть сейчас. Нормально. В смысле, что скажешь про деньги? Отличный вопрос. Жопу, давай менять. Вот так пусть будет. Так. Мое любимое аниме это вот «Тетрадь смерти». На самом деле, блин, любимое. Очень много. Ну не прям супер много. Мне очень нравятся работы Миядзаки, то есть я, когда подростком увидел «Унесенные призраками», это мне просто снесло голову, я охренел, как это мне понравилось. И я пересматривал его раз 10, это просто охренительно. Вот. «Принцесса Мононоке», супер, супер, просто вот тоже набил себе «Принцессу Мононоке», вот она. Нет, я никогда не занимался вокалом. Единственное мои занятия вокалом — это просто каждая моя запись трека перед микрофоном. Все мои эти эксперименты и пробы. Я... Ну, у меня такие кайфовые песни получаются на том скилле, который у меня сейчас. У меня в ближайшее время появится возможность походить еще к преподавателю на вокал. Возможно, он мне даст какие-то
секреты откроют мне, как я смогу управляться со своим голосом. И я боюсь представить, что я еще смогу делать. А чего вы такие тухлые? Напишите хоть что-нибудь прикольное, поболтаем о чем-нибудь. А вам тут разгоняют темы какие-то, а вы... Фитую ли я за деньги? No, никогда. Ну, то есть, если вы мне предложите какую-то баснословную сумму за фит, то я подумаю над этим. Но нет, зачем? 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 Я обычные деньги я могу заработать совершенно любым путем, который мне будет приятнее, чем просто фитовать за деньги. А если это будет приятный какой-то кайфовый фит, то за такое зачем мне брать деньги? Особенно когда это эпоха стриминга. Если я захочу, я просто сделаю так, что я буду получать бабки со стримов. Если не захочу, то просто это кайфовая песня, и она будет существовать в интернете, и я даже откажусь от зарабатывания с нее. Но я маловероятно подкинусь на какой-то фит. Я вообще не люблю фиты. Если бы не карантин, я бы с кайфом поехал в несколько разных мест. Например, я бы поехал в Грузию. Еще бы я поехал с большим удовольствием в Калининград. И с огромным кайфом я бы поехал в Исландию. Часто отказываю фото фанатам, редко отказываю. У меня иногда бывает гадкое настроение, когда я, короче, бывает гадкое настроение. Не хочу ничего об этом говорить, гадко бывает, поэтому вот прошу не фоткаться со мной. А так я почти всегда соглашаюсь. Я, конечно, не понимаю этого, не особо приятно это, но я не отказываю. Ничего страшного. Если вам это так нравится и вы хотите эту фотографию, то сфоткаюсь. Сильные травмы я практически никогда не получал. Меня один раз даже машина сбила, и я вообще там только поцарапался. Я 1 сентября, по-моему, год назад связки порвал на руке на тренировке без бинтов, ударил по груше, и у меня, короче, кость чуть не вылезла, связки порвал, месяц в гипсе ходил. А так совершенно просто целое туловище. Нос мне разбивали миллиард раз вот его вот так вот, но он даже ни разу не ломался.
почему мне неприятно. Ну а как вот, то есть себе представьте, вот на себя на моем месте, типа, к тебе просто подходят люди и просят с тобой сфоткаться. Я же не стенд для того, чтобы со мной фотографироваться, типа, я не какой-то там памятник или достопримечательность. И каждый раз для фотографий нужно как-то, типа, вот, собраться, сфоткаться на этой фотографии. Плюс чаще всего эти фотографии, типа, отстойные получаются. И, ну, в чем удовольствие? Для вас в чем удовольствие? Я могу понять. Но вы подумайте, в чем удовольствие для меня? В чем вот мне это, зачем надо? Приятного в этом мало. Когда я соглашаюсь, я просто соглашаюсь, ну, для вас. Я понимаю, что вам приятно. Так что... Какой мой любимый вид спорта? Наверное, бокс. Вряд ли я вообще каким-либо видом спорта увлекаюсь. Я в последнее время смотрю бои на голых кулаках на ютубе, там топ-дог, мужики вообще рубятся. Короче, что-то вот с боевыми искусствами мне нравится смотреть. Это очень... Мне очень нравится, ужасно нравится видеть в этих мужиках внутренний вот этот спортивный азарт, когда... Когда вот, типа, ты видишь, что у него глаза горят, что его прям в бою, его лупят, но он все равно дерется. Это вообще просто... Это, как, это жизнь кипит в человеке. Я обожаю видеть в людях жизнь. Медийная личность для меня – это минута времени, а для фаната – память на всю жизнь. Но фанатов-то много. И сколько этих минут времени мне нужно будет уделять? И как это... Кто рассудит? Ну, это мои минуты времени. Кто менеджерит эти минуты времени? Может, у меня настроение другое, я о чем-то думаю. Может, у меня, может, какая-то вообще там беда, проблема случилась или запар, я тороплюсь, что угодно, типа. Я же говорю, я соглашаюсь всегда. Я с пониманием к этому отношусь. Просто иногда чуваки очень странно реагируют, когда я по какой-то там своей причине отказываюсь от фотографии. И вот в такие моменты мне становится уже неприятно. Один раз я на одного парня даже сагрессировал, потому что он себя прям нехорошо повел. Вот я хоть и всегда стараюсь к людям с пониманием относиться, но когда какие-то границы переходят, я быстро триггерюсь и... Короче, неважно. Да не будет у меня в ближайшее время нового альбома. Я, блин, не хочу. Я уже написал за последние... У меня каждые предыдущие полгода выходил по небольшому альбому, типа по нормальному альбомчику такому. Не прям альбом-альбом. 9-11, типа в таком районе, по треков я выпускал каждые полгода. В промежутках еще синглы дропал, чуваки. Я не хочу сейчас делать альбом. Я хочу повыпускать синглы, потусоваться хочу, чтобы у меня хуякся песню, короче, выпустил. И она как разошлась. Я такой, о, нихуя себе, круто песня разошлась. Кайф. А когда у меня уже, я песнями постреляю, такой стану уже большой, я такой альбом заебашу. Охренеть. Любимое время года – это весна и осень. Зимой слишком холодно, летом слишком жарко. Блин, уже глаза болят от этого экрана. Весь день что-то залипал. Как он там себя ведет? Невыпущенных треков. Да много, но у меня типа еще есть какие-то
сведенного ни одного типа трека нет. Очень много есть записанных демок, и еще есть треки, которые у меня вот есть заметка, есть, ну, текст, есть бит. Я еще даже не пробовал записать. Таких треков тоже есть несколько. У меня очень, короче, зависит, я не люблю работать в неблагоприятное время для работы, когда я чувствую, что у меня нет настроя, я не пойду к микрофону, не пойду в заметки. Ну нет, скорее всего, в заметки я все равно пойду писать текст, я типа очень миллион раз в день сажусь писать текст, типа вообще пофиг. Вот кто пишет, что я на Галустяна похож, тот на Петуха похож. Вот, вы все петухи, кто пишет, что я на Галустяна похож, заебали. Вот. Так бывает. Я похож на Галустяна, вы на петухов. Такие дела. А так у меня, короче, есть много треков, которые мне еще нужно записать. Я жду, когда у меня будет вот подъем. У меня бывают подъемы, какие-то и спады. На спадах я вообще, типа, ничего делать не могу. Сейчас у меня что-то похожее на спад. Я думаю, через какое-то время у меня будет подъем, и я запишу все свои треки, которые я уже, типа, придумал уже очень давно. У меня там, типа, какие-то и на диктофоне там уже что-то я там все какие-то сделал, как флоу, прочие там наброски. Биты уже есть, текст уже написан. Осталось только записаться. Да мы особо... Блин, я не сейчас могу ошибиться про первый микро. У нас много ребят тогда было в команде, сложились, у кого были деньги там, не то, что прям копили. Что-то насобирали, сложились, на Авито купили бэушный микрофон. По-моему, он тогда стоил 1013. Ну, типа, с хорошей скидкой он тогда был. Ну, то есть, не то, что скидка, а из-за того, что он бэушный, он стоил дешевле намного. Охранительный микрофон был. Ну ладно, у меня уже горло пересохло с вами разговаривать, и вы пишете что-то, какие-то скучные штуки уже, тоже, наверное, устали. Давайте, через час уже выйдет песня у Сани, кто слушает и распространяет слив, тот петух. Так, всем добра. Ждем трек. Потом ждем мой трек. Мой трек. Мой трек. Моя песня. Ждем, любим, целуем. Поднимаем меня наверх. Лайкаем мои комментарии. Лайкаем мои фотографии, посты, истории. Короче, давайте там всю эту суету у меня наводите.
в моих инстаграмах, ютубах. А то что-то тоскливо. Не расстраивайте меня, не расстраивайте. Вы хотя бы меня не расстраивайте, надо оно вам. Не надо, все. Давайте. Бо я псих, okay. Я роблю те, що я хочу, так. Хіба в цьому мій гріх? Кожну хвилину я зайнятий ділом, марно не хочу, життя пролетіло. Щоб у достатку, щоб було на згадку, пишалося мною моя родина. Можливо, ти скажеш, що змучений я, не можу втомити любиме діло. Я рано встаю, дуже пізно лягаю, щоб...